это у меня. Сегодня мы пришли на урок математики, и сегодня будем учить математику. Как говорится, спасибо, что вы пришли. Я за Пати. Так, всем привет. Как говорится, я вот поздоровалась с вами. Вот. И сейчас буду я делать вот примеры разные. Как кто-то будет выходить на доске. Я буду сейчас какого-то вызову. Так, право, сейчас я буду ставить тут табличку. Смотрите, ребята, я сейчас отдаю вызов в доске, и вы должны были решить мой пример. Обязательно посмотрите. Так, вот я уже поставила табличку, и сейчас будет смотреть, кто же будет в доске. Я очень хочу кого-то уже в доске. Итак, к доске пойдет, к доске пойдет. Так, давайте подумаем, кто же может быть, кто же у нас тут такой. Так, и давайте пусть к доске пойдет бешеный алмаз. К доске, пожалуйста, бешеный алмаз. И реши мои приметы, я над ними очень сильно старалась. Так, ну хорошо, кот у нас Гёна, сейчас я решу привет, и будет мне пятерка. Обязательно поставьте пятерку, пожалуйста. Так, ну мы сейчас обсудим твой пример. Вот, и какой там ответ получился? Вот, 5, 2 + 2, это будет 4 вообще-то, а не 5. Нубик, ты там почему-то неправильно посчитал. Алло, Нубик, садись, тебе будет 2, а не 5. Такой номер, такой непонятный. Ха-ха, ты такой смешной, я даже скина нормального нету. Как так все внизу в этой школе? Я двойка, один по математике. Вообще тупище полное. Я же это такое сделал, ха-ха-ха-ха. Мне тут уже весь класс. Все, я тебя трепаю за твою лишь пропасть. Ха-ха-ха-ха-ха. И мы уже там не увидимся. Пока, Нубик. Желаю тебе удачи. Нет, я не буду. Все, пока-пока, Нубик. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха, я прямо сейчас всю школу поломаю! Все подумают, что это Нубик! Отличный план у меня заработает! Прямо скажу учительнице, и все подогрет, я сейчас всем сообщу, как все это саму сломал! Ах, ему не повезет, ах, ему будет нехорошо! Ха-ха-ха-ха, я такой про-про! А Нубик, ты говоришь Нубик! Ага, я сейчас всю школу поломаю! И все вещи тут груда, все подумают, что это Нубик! Ага, мандаша! Она посмотрит такую негативу, может быть, это Нубик? Здравствуйте, кот Атос Герл! Ваша школа разрушает! Вот такие новости! И за кто? Ну, мне кажется, Нубик, потому что поставили его двойку, мы что-то вдруг разозлиться, я не знаю! Обязательно проверьте в школу зачем, обязательно поднимайте! А, моя любимая школа! Кто мог разрушить? Надо срочно бежать! Моя любимая школа! Я хочу учить детей и получать деньги крутые! Вот, блин, кто-то мог сделать украсть свои золотые слитки! Эх, да, это может реально быть Нубик, но посмотри, обязательно кто-то сделал! Я все равно не понимаю! Моя школа реально разрушена, что такое происходит? Нет! Продай тебе золотые слитки, пожалуйста! Ой, здравствуйте, Евгений, как все сделал в нашей школе? Я не знаю, кто, но это не я, пожалуйста, не надо извинить меня, я ничего не делал! Это только ты виноват, Нубик, и больше никто! Только ты! Только ты мог сломать мою школу, мою любимую! Ты получил 2, хотя 5! Ага, захотелось-то! Надо тебя в тюрьму отправить мою! Ага-ха-ха-ха-ха! В тюрьме тебе будет, наверное, очень-очень хорошо! Да, я видел, что это Нубик сделал, это он сделал, он предатель! Ну я ничего плохого не делал, спросите, балки, почему все над тобой смеются? Почему я такого сделал? Я всего лишь Нубик, блин, просто я не мог купить себе нормального скина! Ну блин, это не я, потому что кто мог такое сделать? Ну это не точно не я, да почему все смеются? Теперь меня отправят в тюрьму! Иди сюда, Нубик, тебе надо в тюрьму. У меня уже решетки приготовлены. Вот ты принесла мою школу. Я хотел много денег. Я хотел заработать. А ты все испортил. И украл мои золотые слитки. Иди сюда в тюрьму. Тебя ждет просто тюрьма. Ты будешь сидеть просто тогда. Навечно будешь сидеть здесь на моем острове. Только если ты сможешь упасть. Все, сиди здесь, Нубик. Ты будешь сидеть очень-очень долго. Но все, она пошла дальше. Восстанавливать здание из-за тебя. Я еще должна платить за тебя. А, мне бесит такие люди, как ты. Ну все, пока, Нубик. Ну, ребята, пожалуйста, помогите мне сюда вытащить. Я не знаю, что мне делать. Как мне сбежать? Не понимаю. Все. Я полный. Вобли, тебе нужно уже теперь ставить везде
камер наблюдения, также наблюдать через стекло, там, что делается на школе. Может, вдруг это не нубик, я не знаю, кто это, но пошел получить двойку. Ахахахаха, даже не веришь, что это я ломаю школу. Так, дальше прошла ломать школу и буду ресурсы для своего дома использовать. Это будет очень-очень круто для меня. Она никогда, надеюсь, не знает об этом. И она все типа нубик сделал. Ага, я дальше продолжаю тут воровать ресурсы. Ух, надеюсь, у меня будет очень-очень крутой дом. Ага-ха-ха-ха. Мне будет, надеюсь, очень-очень приятно. А, золотые ресурсы мои. Как же мне хорошо, а? Ты что делаешь? Хулиган! Иди сюда, да ты виноват! Иди сюда, разбейник! Ты тут строишь такое незаконное! Остановись, остановись! А-а-а, мои ресурсы украдены за тебя! Блин, надо тебя обязательно в тюрьму за тебя, именно! Именно тебя, ха-ха! Чё, блин, натворил здесь, хулиган! Ну вот это сделал случайно, я не мог такого допустить, как я такой мог сделать, я не понимаю, мне просто ресурсы куда до моего дома! Я начал это делать, теперь посади меня в тюрьму! Ты что тут так, это чушь для меня? Я не понимаю, давай отвечай! А, ну я тебя в тюрьму посажу, все, ты доказан! Ну ладно, хорошо, я вам верну ресурсы. Я в тюрьме посижу, ну окей, как вы хотите. Но я не хочу в тюрьму, пожалуйста, не надо, нет! Ну вообще, теперь ты будешь сидеть в тюрьме, ясно тебе, хулиган? Мы тут еще некоторых людей посадим в тюрьму. Да что ты так с ними? Я не понимаю. Вот проблем называется. Все ушли, я тебя посажу в тюрьму. Будешь здесь сидеть, ага-ха-ха. И тебя на пропасть скинуть, наверное, надо. Ну, не надо, я про, я должен здесь все в клетке, как можно пропасть скинуть? Я должен вообще на бабу скинуть, почему именно я? Вот видишь, куда ты сгинул? Средство про, это мой сделал, это он украл твои лесы. Видишь, смотри, это не я, почему именно я? Я понимаю, почему ты носи меня, именно меня обвиняют? Я ничего плохого не делал. Ахахаха, бывает вообще нубик, ну вот такое бывает. Но когда ты сейчас скинем его в пропасть? Потому что этот про украл мои ресурсы, ничего, я их не верну, украду у него. Обратно свои ресурсы возьму. Ну все, лети, пропасть, удачи тебе, братан. Ахахаха. Вот бывают хулиганы. Хорошо, что все закончилось хорошо. Так, иди сюда, я тебе сейчас ресурсы заберу. Ха-ха-ха. Все, ты сейчас забрала ресурсы у него.